Сегодня я снова вижу принца. Нам пора собираться на бал. Матушка, матушка, а можно я тоже с вами на бал поеду? Ты заморашка! Девочки мои, я все придумала. Феи не будет, а значит, Золушка не превратится в красавицу. А если она даже и появится на балу, то я пригласила. Поехали! Поехали!
пар. Я уверена, что одна из вас обязательно понравится принцу, и он женится на ней. А как же другая? Не волнуйся, другой мы найдем министра. А в чем же мы поедем на бал? Нам нужны наряды. Сейчас, мои дорогие, мы выберем себе наряды.
Золушка. А вдруг Золушка появится на балу и уведет у нас принца? Да что вы, разве можно сравнить вас, барышень, с какой-то Золушкой? И я вам сейчас это покажу. На примере небольшого спектакля нам его покажут актеры, которых я пригласила. Ссоре, и мне нельзя будет с ним познакомиться.
одевайте. А по-здешнему моя говорится моя прекрасна. Ах, Настя, милая Настя, какая прекрасная выдумка. А теперь пошли спать. Я провожу тебя, если ты боишься. Позволь, что ты мне идти подле тебя. А кто тебе мешает? Вольному воля, а дорога мирская. Ну откуда же ты? Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы. А ты барин Тугиловский, что ли? Так точно, я камердинер молодого барина. А лжешь, не на дуру напал. Вижу, что ты и сам барин. С чего же ты это так решила? Да по всему. Однако ж. Да как же барин от слуги не распознать? И одет-то не так, и баешь иначе, и собаку кликаешь не по-нашему. А если вы хотите, чтобы мы были впредь друзьями, то не смейте забываться. Кто же вас научил этой премудрости? Уж не Настенька ли, девушка барышни вашей, подруга моя? Вот какими путями распространяется просвещение. А что думаешь? Я никогда на барском дворе не бывала. Небось всего наслышалась, нагляделась. Однако, болтая с тобой, барин, и грибов не напасешься. Иди-ка ты в сторону, а я в другую. Но как же вас зовут, душа моя? Акулиной. Да пустишь, барин, мне домой пора. Ну, Акулина, буду непременно в гости к вашему батюшке, Василию Кузнецу. Что ты? Ради Христа не приходи. Если дома узнаешь, что я наедине с барином в роще болтала, то отец Василий Кузнец прибьет меня до смерти. Но я непременно хочу видеться с вами снова. Я когда-нибудь приду опять сюда за грибами. Когда же? Да хоть завтра. Ах, милая Акулина, расцеловал бы я вас. Да не смею. Так завтра, в это же время. Да-да. И ты не обманешь меня. Я обману. Побожись. Вот соседа опять у тебя. Иду. Ах, как жаль.
Дома ли Григорий Иванович? Никак нет. Григорий Иванович с утра изволил выехать. Досадно. Дома ли пока здесь Лизавета Григорьевна? Дома. Все решено. Объясню с нею сам. Мой. Надеюсь, зрители избавят нас от дальнейшего рассказа о судьбе Алексея Берестова и Елизаветы Муромской. Thank you.
Земля будет